уточнить хочу. Вы родились, место рождения Самарканд у вас, а росли и воспитывались вы в Ташкенте. Да. В какой момент из Самарканда в Ташкент? Это я маленькая еще была, совсем грудная. Папа решил, что нужно в столице жить. Угу. А когда последний раз были в Самарканде? 3 года назад. Угу. Вы знаете, о чем я подумал? Удивительное дело, что папа ведь у вас художник. Да. А вот то, чем вы занимались, на сленге тоже называется художница. Художественная гимнастика, папа же называют художницами. Ну да. А, действительно, ведь есть общее, да? Тоже же выстраивается какой-то рисунок. Очень много. Первое, угу, это то, что мой папа всю жизнь прожил в колхозах, ага, оставив мою красавицу, маму и детей самим как-то обходиться. А я все время сижу в зале, да, и тоже своего сына оставляла без себя обходиться. В моем доме всегда жили дети, которые всегда получали больше и лучшие кусочки, чем он, потому что они тренировались. Хотя он тоже занимался, он был стайером, но лучшие куски были все-таки девочкам. Угу. Вот это общее такое между нами. Ну и, конечно, видение мира, видение цвета, видение упражнений. Потом дедушка у меня был музыкант, и вот это все как-то слилось.